Чао, хоуми! Сегодня у нас очередное видео, как заказать что-то из интернета. Для многих людей это оказывается очень непростой задачей, поэтому приходится снимать отдельные видео. И поскольку очень много писали в комментах в личку, как заказать Rip and Dip, сегодня я вам расскажу, как же заказать Rip and Dip. В общем, все как обычно, очень сложно. В поиске набираем Rip and Dip. Собственно, первый сайт у нас выпадает, это официальный сайт производителя, официальный сайт бренда, это Rip and Dip. Здесь ничего, кроме магазина, нет, поэтому здесь особо не запутаешься. Хотя нет, здесь есть, конечно, какие-то новости, но в целом, вот на главную страницу сразу попадаете на товары, которые можете купить. Вот здесь у нас слева сверху этот ебучий котик, а вот здесь у нас гифочки, все по красоте. Вот. Ну, чтобы совсем ничего не отвлекало, тыкаем Shop All Items и попадаем в раздел с товарами. В общем, вот здесь у нас можно даже маленькие подзаголовочки выбрать сезон. Вот здесь у нас сверху категории разной одежды, новые поступившие, там, носки, футболки, аксессуары, в общем, все подряд. На самом деле, Rip and Dip это достаточно уникальный бренд, потому что он производит практически все. Но это, конечно, еще не Supreme, который прям вообще все делает, но тоже близко к этому. Очень много разных ритмов на сайте, и на самом деле прикольно то, что они практически все относительно дешевые, ну, то есть недорогие. Вот, этим мне очень нравится Rip and Dip. В общем, выбираем интересующий вас товар. Допустим, мне очень понравилась эта вот розовая сумка с котенком, естественно. Как всегда, он здесь из кармашка факи показывает, а значит, это круто, это модно. Вот, стоит это чудо 100 баксов, нажимаем «Добавить в корзину». Собственно, здесь очень сложный шаг. Нажимаем «Чекаут». Вот, собственно, мы попадаем в окно, где мы вводим адрес. Здесь все очень просто. Вводим адрес, вводим наш российский адрес просто транслитом, потому что все равно эти отправления попадают в почту России, они по-английски не очень, поэтому если вы напишете название улицы по-русски, но просто английскими буквами, то есть транслитом, для них это будет гораздо проще. И, собственно, я здесь указал просто Россию, чтобы посмотреть, сколько стоит доставка до Москвы. И до Москвы доставка стоит всего 10 баксов, ну, как по мне кажется, это очень дешево, если с другом заказать по 300 рублей скинуться, но практически ни о чем. Поэтому очень классные вещи, недорогие, тем более скоро весна-лето, я думаю, уже можно начинать заказывать. Надеюсь, что ответил всем, кого интересовало, как же заказывать Rip and Dip. А на этом на сегодня все, братишки, всем спасибо, всем пока.